Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот сегодня я решила вам показать, вот перед тем, как американские свои открытки, показать вот открытки, посвященные вот самым необычным вещам на свете для меня теперь. Это законом юного пионера Советского Союза. И меня это вот поразило на самом деле, потому что я как бы совершенно не ожидала, что они такие суровые, что это какой-то не пионер, а просто идеальный ребенок. Таких не бывает на белом свете. Ну, а вот после того, как мы посмотрим вот это, давайте все-таки посмотрим на мою коллекцию американских винтажных открыток примерно с этого же самого времени. А вот эта открытка с фотографией и автографом Греты Гарбо. Ну, наверное, все видели ее фильмы. Она вообще немецкая актриса, потом она переехала в Соединенные Штаты Америки, стала сниматься в Голливуде. Но я думаю, что это очень известное имя. Рассказывать, пожалуй, о ней не стоит вот в этом видео. И вот как выглядит тоже. То есть это уже открытка где-то 60-70-х годов, потому что в правом углу даже не написано, что здесь должна быть марка. Вот просто такое место для марочки. А вот на этой, пожалуй, открытке я хочу остановиться поподробнее. Я хочу вас познакомить с замечательной американской актрисой Бетти Дэвис. Я не думаю, что многие из вас знают это имя, хотя она была одной из величайших актрис Соединенных Штатов Америки. Родилась она в апреле 1908 года, ушла из жизни 6 октября 1989 года. Она была киноактрисой, театральной актрисой. Она снималась на телевидении. И она работала 60 лет. Ее карьера насчитывает 60 лет и более 100 ролей. И она была одна из немногих актрис, которые были дважды номинированы, дважды получила премию «Оскар». Вот. Такое знакомство неожиданное. Она была такая экстравагантная достаточно актриса. В свое время она играла достаточно дерзких, красивых женщин. Была безумно популярна в Соединенных Штатах Америки. Ну, рассказывать об этом человеке, пожалуй, об этом актере нет смысла. Чарли Чаплин – икона мирового кино. Все абсолютно его знают. Знаменитая Мэрилин Монро в своем замечательном развивающемся платье. А фильм, в котором она снималась, на самом деле, называется «Seventh the Reflection». И я не уверена, что этот фильм был переведен на русский язык. Хотя, может быть, я ошибаюсь. На русском языке я его никогда не видела. Рекламирующий замечательный музыкальный голливудский фильм «Поющие под дождем». Я обожаю этот фильм, смотрела, наверное, раз 10. И предлагаю вам кусочек из него.
it may be crazy, but we're gonna do it. The Dooming Cavalier is now a musical. Hot dog! Hallelujah! Fellas, I feel this is my lucky day, March 23rd. Oh, no, your lucky day is the 24th. What do you mean the 24th? It's 1:30 already. It's morning. Yes, and what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning to you and you and you and you. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning it's great to stay up late. Good morning. Good morning. Might be just as iffy if we wasn't Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't wanna say goodnight. Don't say good morning! Good morning! Rainbows shining. Good morning! Good morning! Bonjour! Открытка рекламы американского фильма «The Graduate», то есть «Выпускной», с молодым Джастином Хоффманом в главной роли. Ну а теперь вишенка на моем тортике. Это даже не винтажные открытки. Это уже, пожалуй, коллекционные, антиквариатные, антикварные открытки. Потому что все четыре открытки, которые я вам сейчас покажу, были выпущены с 1903 по 1963 год. Купила я их буквально вчера на блошином рынке, и это была очень интересная история. Мы с Настей подошли к одной женщине, у которой был развал бижутерии. Там коробок 10, наверное, было, полная бижутерии. И мы, конечно, начали рыться с ней усиленно, смотреть, выбирать. Вот, повыбирали. Потом я увидела открытки, и я говорю: ой, говорю, Настя, хочу посмотреть открытки. Потому что, ну, собираюсь сделать видео, и, может быть, здесь что-нибудь еще интересное найду. Начала я смотреть открытки, тоже стала откладывать себе, которые мне понравились больше всего. Потом подошли к продавщице, такая была чернокожая женщина, и давай спрашивать цены. И вот она нас крайне удивила, она нам сказала, что каждую брошечку, каждое украшение, которое мы взяли, она будет отдельно, не все вместе, как обычно делается лотом, когда выгребаешь вот из этих ящиков. А именно вот отдельно за каждую, стал называть цены, и мы поразились буквально, что все это достаточно дорого получается. Я уже там половину отложила, стала уже смотреть. Затем спросила про открытки. Она сказала: ой, это такой винтаж, вы не представляете. Я говорю: сколько же стоит? Она говорит: $4-5 каждая. Я так думаю, ладно, обойдусь без открыток, что-то как-то дорого сильно. Наконец мы выбрали брошечки с Настей. Она нам дала цену, а потом она говорит: ну хорошо, потому что вы взяли как бы много, все-таки много мы взяли, я хочу вам сделать подарок, выбирайте по две открытки, любые вот из этих винтажных. Ну, Настя выбрала две, и я выбрала две. И мы, значит, поехали домой уже. Когда я стала с этими открытками разбираться, ну, для того, чтобы подготовиться к этому видео, я ахнула, я рухнула, я была настолько поражена, что я вам просто передать не могу, потому что это, наверное, оказалось самым интересным из всего того, что я купила на вчерашнем блошином рынке, а получила в подарок. Я теперь безумно жалею, что я так невнимательно ко всему этому отнеслась. Но я как следует порылась в интернете, посмотрела, что и как. Потом здесь еще подсказки есть очень интересные. И сейчас мы давайте посмотрим каждую из этих открыток. Начнем, пожалуй, вот с этой открыточки. Открытка сделана замечательно совершенно, очень хороший цвет. Это не фотография, а, сами понимаете, рисунок. И рисунками для открыток занимались специальные художники. Она тисненная, что тоже придает ей определенную цену. И написано здесь «best wishes», то есть «с наилучшими пожеланиями». Моя любимая фраза.
Ну и что мы здесь видим? Вот мы видим, наверное, маму с детьми, которые там еще какое-то животное сидит, с цветами. И они едут на старинном автомобиле, а мальчик ее, наверное, сын везет их. И все это в цветах, природа, все очень яркое, веселое. И давайте посмотрим, какого же года эта открытка. На самом деле это все очень замечательно. Так, что здесь у нас написано? 1963 год, марка 1 цент. А знаете, сколько сейчас стоит марка, чтобы отправить письмо? 40 центов. То есть в 40 раз поднялись цены с тех пор. Вот, и здесь вот написано... Во-первых, здесь стоит адрес. Куда? Написано от кого? Написано кому? Ну и немножечко вот. Посмотрите, на самом деле на многих языках мира, в том числе и на русском языке, написано открытое письмо. Представляете? Следующая открытка по возрасту. Вот это. То есть она старше. И это валентайка. То есть она сделана к Дню Святого Валентина. Давайте я вам покажу надпись. Пожалуйста. Посмотрим на нее. Она тоже тесненная. Вот такая винтажная барышня с кавалером. Вся в цветах. То есть стиль тот же самый. Но возраст абсолютно другой. Сейчас мы посмотрим на ее возраст. Эта открытка тоже была направлена какой-то барышне. И вот здесь есть год 1912. Представляете себе, сколько ей лет? Ей больше 100 лет этой открытки. Ну и вот здесь вот есть и адрес, и кому, и от кого, и пожелания. Вот. Молодой человек говорит, что он очень счастлив, что может написать ей такую открытку. Вот. Видите? И марочка здесь вот такая. Кстати, одна марка такая стоит немалых денег, между прочим. Вот в таком виде. Я смотрела на интернете, поразилась просто. А вот эта открытка «To Darling Baby» 1907 года. Я посмотрела в интернете. И тут написано моему дорогому ребенку, детке. Ну, знаете, что слово «бэби» – это и ребенок, и детка. То есть так обращаются и к ребенку, и к любимой девушке. Так что вот кому, скорее всего, к любимой девушке. К сожалению, никакой надписи здесь нету. Написано просто «посткард». Вот. Написано... Очень интересно, кстати, надпись. Значит, здесь предусматривается марка. Внутри Соединенных Штатов 1 цент, за границу 2 цента. Вот такие были цены тогда. Вот видите, она тесненная, тут это очень хорошо видно. Ну, в общем, я считаю, что находка очень достойная. И знаете, она так стоит тоже хорошо, я посмотрела. Где-то в пределах от 15 до 20 долларов за одну. Это открыточка того же возраста, что и предыдущая. И на ней, я тоже думаю, что это обращение, открытка к любимой. И сейчас молодые люди сидят на телефонах, друг другу шлют месседжи. А раньше открытки. Это был лучший, или письмо, это был лучший способ выразить свои чувства. Послать привет, послать свою любовь. И вот здесь на этой открыточке мы видим нежного голубя. Весь он в цветах, на окошке за занавесочкой. А к шейке привязано любовное письмо. И тут тоже она подписана, правда, без марки, без ничего, но подпись есть. Написано, так, от кого, написано кому, написано к моей любимой Софии. Вот. Ну и вот видно, что по возрасту, конечно же, эта открыточка точно такая же, как и предыдущая. То есть тоже 2007 год. Ну, в общем, вот так. Ну что, мои дорогие, понравилась моя вот эта тема, мое вот это видео. И с огромным удовольствием все это снимала и собирала. Честно говоря, мне очень все это понравилось. Хотя раньше я к этому относилась достаточно равнодушно. Но в процессе сбора информации, в процессе покупок, у нас, ну, конечно же, у нас другой совершенно интерес.
Я очень рада, что я вот смогла предоставить вам такое видео. Спасибо вам за просмотр. С вами была Инесса из Нью-Йорка. Всего вам доброго и побольше здоровья, любви и счастья. До свидания.